На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Если отдаешь вещь, но жалко, это лицемерие? Это не лицемерие, это жадность. Вот, это, вот жадность. Помните, да, у апостола Матфея, когда делаешь Милость пусть правая рука не знает, что делать левая. Ну, <свят> жадность, это, я думаю, что если в человеке есть определенные чувства, здесь не констатация этого чувства является желанным, а свой способность изменить себя. Надо просто приучать себя отдавать. И все. И когда в человеке выработается привычка, тогда не будет жалко. Не обязательно вам начинать раздавать автомобили, но начните с пирожков. Пирожок не так жалко, но привычка все равно сохранится. Если вы хотите, чтобы приучить к себя к такому библейскому пониманию милостыни, чтобы правая рука не знала, что делать левая рука, начинайте с малого. Если вы проходите мимо музыкантов, которые играют у вас на улице, вы не возгнушайтесь, положите туда 50 рублей. Вас никто за это не осудит, 50 рублей не так жалко, но привычка уже выработается. Если вы проходите мимо храма, и там у вас просят милостыню, ну, вы не поленитесь сходить в магазин, купите бутылку кефира и булочку, и отдайте бутылку кефира с булочкой, не жалко а привычка вырабатывается. Если вы проходите мимо вокзала, и к вам пристает человек с просьбой дать ему напокушать, не, 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 не поленитесь, дойдите до ларька, купите ему покушать, и дайте ему покушать. Не шибко жалко, но зато вырабатывайте себе привычку. Надо вырабатывать себе хорошие привычки. Надо вырабатывать себе... Вот почему в детстве дети здоровались э, с взрослыми. Потому что взрослые вырабатывали в них эти привычки и сами внутри себя имели вот эту привычку здороваться со всеми. Может быть, ты и не знаешь этого человека, но пожелать ему здравия я не знаю, как вот в других областях, но вот на севере, всегда, когда приезжаешь в незнакомый поселок, все вокруг тебя и дети, и взрослые всегда, все с тобой здороваются. Это хорошая привычка. Прекрасная привычка. Но чтобы привыкнуть к этому, нужно было э, ее повторить многократно. Поэтому приучайте себя к милостыне. И когда м -м, вы привыкнете к этому, то у вас не будет возникать вопроса, лицемерие ли это. Нет, нет, это не лицемерие. Это обыкновенная человеческая жадность. Аминь. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись. И поделись этим видео.